Вот, а вот и вы расскажите. Нет. А сегодня у Николая день рождения, ему 90 лет. Да, вот видите как. Ну что же рассказывать-то, знаете, это, ну, это нужно целый том написать. Ну, хотя бы вкратце о своем дедушке, от как родились, где жили. Как родился-то, я не знаю, я не помню это. Нет, конечно, что говорить. Ну, дедушка мой был священник, протоиерей Николай Колчев. Его брат тоже был, но они все из духовной семьи, из России, из Тамбовской губернии. А его брат, отец Леонид Колчев, был потом духовником императрицы Марии Федоровны. С ней эвакуировался в Копенгаген, и там до ее смерти был ее духовником, там ее похоронил. Ну, а я вот, а моя мама вышла Колчева, вышла замуж за Хитченко, хохол. А мой отец Хитченко ничего по-украински не говорил. Ну, а я вот, видите, вот так, продукт такой. А где вы родились? Я родился в Харбине. Там жил в Шанхае, учился в русской школе в Шанхае. Потом эвакуировались, когда война была в Китае. На этом острове Тубобао жили, на Филиппинах, сколько, 1.5 года. Потом уехали оттуда в Аргентину. Я в Аргентине 5 лет прожил. В чем я очень благодарен Господу Богу. Там мне дало испанский язык, мне дало интересную жизнь там. И Буэнос-Айрес – очень интересный город. Я считаю, что я видел на этом свете, там самый лучший большой оперный театр в мире, в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Я был в Метрополитен, и в Лондоне, и в Большом. Но ничего нельзя сравнить, как это в Буэнос-Айресе. Этот театр занимает целый квартал. Это один театр, это все это театр Колонна. Колонна – это, видите, кто не знает, Колон – это настоящее имя, это Колон, это Коломбос, это говорится Кристофору Коломбо, а по-испански правильно, это Кристобал Колон. Это театр, там театр Колон, очень красивый, большой театр, в общем. Ну, я в интересное время тоже прожил в Аргентине, когда был президент Перон, и его жена была Эва Перон. Ну, это была Эвита Перон, она была такая блондинка, она вставала. Ну, в общем, так это, не знаете, как сказать. А с другой стороны, кто-то русский говорил, избави нас, Боже, от интересной жизни. Ну, для меня странно, конечно, что некоторые в России читают, что кто-то родился и жил, и всю жизнь прожил на одном месте, и там умер. Знаете? А я поболтался по всему свету, где только не было. Ну, знаете, нужно как всегда как-то помнить. Мы всегда старались как-то все-таки ходили в русскую школу, чтобы русский язык выучить и знать. Знаю, что мои приятели, некоторые там родители давали. Нет, они пойдут в английскую школу, хорошо выучат английский язык, будут иметь хорошую работу, будут хорошо зарабатывать. И вы никогда не знаете, что, знаете, получится. Английский язык они учили, а мы потом попали в Аргентину, что английский язык, и надо было испанский. Ну, мы выучили испанский, и ничего, знаете, так что я выучил испанский довольно хорошо. Потом я отсюда приезжал, ездил в Аргентину обратно. Ну, здесь мне повезло, я здесь приехал и устроился в компанию United Airlines, работал, так что имел полеты, летал везде в Аргентину, приезжал. Мой знакомый дамы был в Буэнос-Айресе где-то, ну, ты был в ресторане, не помню, где-то я сказал, что, ну, моя дама, она не говорит по-испански. Ну, это вот я говорю, а, да, ну, вы-то здешние, чего? Так что, думаю, что, ну, хорошо, я. Ну, испанский тоже такой, знаете, как в Аргентине говорят, произношение не такое, как «in España». Так же кажется. Ну, так же, как английский, как-то говорится, в Англии, в Австралии, в Америке тоже имеет свое произношение. Да? Ну, Перо много пустил, приглашал, что приезжали, это много русских приехало. Главным образом из Европы, конечно, было много тогда, да? Ну, главным образом, там кто
командир был, это его жена тоже, Эва Перрон, да, и Рита такая блондинка была, ну куда там. О, это тоже, ну это такая комедия, все вы знаете, все эти республики, все эти такие, это Эва Перрон, они выходила, она, знаете, все там рабочие, все говорили, компаньеры, там свои друзья, товарищи, все. А потом товарищи шли куда-то, а она шла на банкет куда-то себе. Знаете, все, такая лавочка такая, вся эта демократия, все везде. Я насмотрелся хорошо в жизни везде, что было. Да? Ну, я очень рад, я 5 лет в Аргентине прожил, для меня это очень интересно, испанский язык. Я шанхайский, я видел с моего возраста, с 5 лет. Он был моим законоучителем в Шанхае. Вот он. Я его очень хорошо знаю. С ним не очень легко было всегда, знаете, такие. Но он приходил, тоже строгий был. Ходил, еще посохом постучал, где-то все. Ну ничего, со мной всегда было очень хорошо, ничего. Я ничего не могу сказать, знаете. Он меня хорошо знал. Всегда. Ну все, знаете, как это, все относительно. Наш на этом свете никого таких безгрешных нет, вы знаете, все по-своему, все как-то так это, ну, ничего, вот я тоже, можно сказать, жизнь прожил, знаете, но я должен сказать, что как это, как по-английски говорится, always to yourself be true, и вот я вспоминаю, как я жил в Шанхае, много русских было, мне сверстники, ребята были, многие учились в русских школах, другие там. Нет, зачем в русских школах? Какие вот они пойдут в английскую школу, они хорошо учат английский язык, будут иметь хорошую работу, они будут все. И потом я встречал этих моих друзей, этих сверстников в Америке. И никто из них ничего лучше работы меня не имел, а я наоборот имел лучше их, потому что я еще был в Аргентине, еще выучил испанский язык. Знаете, так что все это, ну так же, как в английском языке, always to yourself be true, знаете, что. А сам Господь Бог сказал, еще ищите прежде всего Царствие Божие и Царствие Его, остальное все приложится вам. Ну я вот в конце моей жизни я вижу, что мне все Бог дал в жизни, знаете что, а я никогда не старался куда-то что-то такое пролезть. Всегда как-то по-русски были, все, в русские церкви входили, все, и ничего, прожил, вот видите. Самое главное нужно чувство иметь, чтобы русский, знаете, и хотеть, чтобы быть это, знаете. Но очень много зависит, что вот я ходил в русскую школу, родители нас приучили, читайте русский, уже я читал. И Гоголя, и Достоевского, Толстого, все это было мое, знаете, как-то чувствовалось, знаете. Знаете, по-испански говорится с днем рождения, да? Как? Feliz cumpleaños. Feliz, значит, счастливо. Cumple – это, ну, cumpleaños – вот это день рождения, знаете. Cumplir – это, как сказать, то, что вы исполняете, знаете. Я помню, что в Аргентине жил время, это было Перрон. И Эва Перронова была блондинка, такая жена, которая очень была в политике, очень всегда была активная. Ну и вот там всегда говорили, о, по-испански они говорили, Перрон кумпле и вита дигнифика. Значит, Перрон кумпле, это значит, он исполняет, что он обещал. А и вита, значит, его, как сказать, поддерживает и все такое было. Я тут вырос, родился здесь, русский, но родился в Америке. Ну, мы ходим в церковь, я ходил в русскую школу. У меня русский язык, конечно, не такой чистый, как у вас, но все-таки что-то я могу рассказать и все понимаю более-менее. Так что, ну, как сказать, у меня хорошая жизнь была. Здесь хорошо, приятно. Конечно, папа прожил, у него всякие были, adventures. Да. Но в общем-то, мне с папой... В Аргентину, да, в Аргентину мы ездили, на Хавайи, да, в Европе мы бывали, да, все хорошо. Мы, как сказать, мы дружно живем, и слава Богу за все. Я тоже работал в United Airlines, ну и до сих пор работаю в United Airlines, и сейчас мой сын даже работает в United Airlines, и... Это хорошая компания, и я, конечно, ходил в школу на это учиться, и мы самолеты мы ремонтируем,
И, в общем-то, я уже это 37 лет уже там в Юнайтед работаю, так что, слава Богу. Lead mechanic, да, у меня свои механики, да, так что мы ремонтируем двигатели. Чтобы остаться русским, я думаю, надо быть, иметь русскую душу, иметь и быть близко к церкви, я думаю. Чтобы быть... Да, ну, конечно, да, это все, это, да, надо, как сказать, иметь чувство русскости, я думаю, и, в общем-то, когда ты знаешь, что ты русский, то ты уже знаешь, кто ты, как человек. Я думаю, это очень важно, чтобы знать, кто ты, как человек. И, ну, папа нас так воспитывал, и надеюсь, что наша жизнь будет такая же, как папина, на 90 лет. Минимум. Минимум.